Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Мы продолжаем играть в Skyrim. Драконорожден и дополнение. Мы находимся в каверне, вернее в шахте. Каверна оказалась уже под шахтой. Здесь серьезные проблемы с нежитью, с драуграми. Товарищ по имени Креций Цирелий, ну как из имени следует, он имперец, просил нас разведать, что же произошло с его отцом. Кроме всего прочего, ой, с его прадедом, вернее, даже, который здесь погиб при невыясненных обстоятельствах. Среди прочего, считает, что здесь есть что-то очень хорошее, что скрывает имперская компания торговая. Собственно, за этим мы здесь. Здесь я вижу кучу серьезных врагов, но учитывая наши навыки скрытности, скорее всего, большую часть из них мы сможем обойти, потому что наша сила именно в скрытности. А драться я вот его даже со спины, наверное, ударов с трех вынесу. Не очень много, короче говоря. Так, это что? Не знаю, что это, но мы открыли легко. Нам, скорее всего, не сюда, по-моему, нет? Ух ты! Мы добудем немножко руды себе этой новой под названием Сталгрим. Я думаю, лишним не будет. Я думаю, в будущем мы с ней накуем достаточно много крутых вещей. Когда уже выберемся отсюда, посмотрим, что из этого можно сделать. Так, еще один кусок. Если там после всего этого из гроба полезет какое-то непотребство, я думаю, мы с ним справимся, потому что он тут один. И помощи ему ждать неоткуда. Не, ну графика вот с этими текстурами... Она, конечно, намного более привлекательно выглядит. Так, ладненько. Сколько у нас уже ее? 6 кусков. Вполне себе неплохо. И, судя по всему, вещь крайне крутая. Возвращаемся. Не уверен, что мы сможем обойти этого. Хотя нет, сможем, он как раз отошел. Этого военачальника. Потому что враг. Ой, япона мать. Опасно. Так, нужно достать бритву Мирунуса. По мосту мне не пройти, я чувствую, без боя. Видит? Ну тогда. Ой, япона мать. Да, как я и говорил, сейчас мне могут нарезать. У меня стрела в глазу. Япона, мать, с двух выстрелов. Нормально так, я не ожидал, что настолько крутые они. Хорошо, ладно. Как скажете. Придется потихоньку убивать, потому что иначе... Иначе мы рискуем хапнуть от них горюшко. Вот так вот. Спасибо тебе, бритва Мирунуса. Ты мне очень помогла. А он тут покруче, я так чувствую, да? Ну там просто смертельное ранение было в глаз. Это было опасно. Ну, скотина. Ох, япона мать. Нормально полетел. По-моему, мне нехорошо. Надо бежать. О-о-о. Бежим. Серьезный какой-то драугр. Уже второй раз меня разматывает. Потерял меня, нет? Сейчас там мелочь пузатая придет.
Так, хорошо. Что ж с вами такая проблема-то? Эбонитовый меч, понятно. Вы явно не самые последние люди были при жизни. Теперь нежить вон какая могущественная. Как же мне пройти это место? Ну, ему, в принципе, плохело, но, насколько я знаю, жизни у врагов тоже потихоньку устанавливаются. Хотя нет, вроде бы нет. Так. Вампиром-лордом я не уверен, что я больно много навоюю, но с другой стороны... Нежить на нежить. Подожди, как летать? Я забыл. А, ну да, вот так. Хорошо, у тебя отнялось, ко мне прибавилось. Давай, давай, чуть-чуть осталось. Тихо. Добей это, ёлку просто. Пошло. Что ж ты делаешь? Да, тут, похоже, без боя было не обойтись. Хорошо. Фу, так, давайте посмотрим, что у нас за новая способность открылась за вампира. Вампир у меня не сильно развит, потому что я не сильно люблю. Это мне пригодится. Не сильно люблю играть вампиром в этой игре. Так, восстановление облика. Все, маленько побаловали и хватит. Неприятные твари. Хорошее начало такое. Огребательное. Надо быть осторожней. Гибкий древний норский лук. Тоже неплохо. Давайте сохранимся, потому что нас сейчас могут просто размотать на следующем повороте. Я совершенно не удивлюсь. Это что за рукоятка? Что-то где-то... Вон там, похоже. Да. Опасный, да, твари? Просто офигеть. Я уже жалею, что я сюда пошел. На самом деле, не жалею, конечно. Это круто. Ух ты, это что? Таких... А, в том заклинании всего лишь. Я-то уж думал, а тут, ну... Так, хорошо, что у нас? Возьмем, что у нас здесь? Тихо. Где она, ее не засекаю? А, вон стоит. Или это не она? А, вот, все, понял. Так, нам нужен лук Ауриэля. Что ж ты за сволочь такая? Долет, не долет? Я сейчас уеду в дальние края. Давай пусть маленько восстановится. Неприятная какая хрень. Так, у меня есть умение лечить, насколько я помню. Вообще у меня много каких умений есть. Я же все не помню. Так, мне нужно восстановление. Вот две руки. Как-то вот так вот, нормально. Теперь мне нужно опять лук Ауриэля. Да что ж ты, как ты попадаешь-то, скотина?
Блин. Так, лечилок у меня никаких нет, да? Исцеление болезней. Это все не то. Смотри, я не могу попасть. Что со мной? Клава-мышь меня развратила. Ну, слава богу. Какая же ты гадость. Фу, так, зачем я это сделал? Случайно нажал кнопку. Окей. Чувствую, там еще одна такая же может быть. Серьезно вообще, подземелье. Здесь нам стучат. Но при этом не сказать, что прям уж непроходимая. Правильная сложность такая. Я вижу секретную дверь. И как мне ее открыть? Возможно. А вот, смотри. Сундук. Без ловушек вроде. Надо будет потом как-нибудь между сериями скинуть все зелья, которые у меня есть, потому что там по большей части бесполезный хлам один, а место занимают. Ух ты. Мы подбираемся к чему-то важному. Я чувствую. Чуйка меня еще в этой игре ни разу не подводила. Пусто. А нет, не пусто, они закрыты. То есть из них могут сейчас полезть. Слушай, это что такое? Любопытно. В эту сторону. Нет, как-то вот так. Блин. Ну, примерно понятно. Адепт — это не так сложно. Тихо. Отлично. Оно того не стоило. Но кто не ищет, тот не находит. Что это? Интересный туннельчик какой. Может, это я свечусь? Да нет. Странно. Что за магия? Ого! Охренеть! Вот это я вышел. Джекпот, ребята. Скоро мы разбогатеем. Так, неудачный прыжок. Куда отступать, если что? Куда-то вон туда. Хорошо. Так, сохраняшечка. А вот и прадедушка. Рулон бумаги. Эликсир бодрости. Дневник. Клинок Бладскал. Ты посмотри, да? Провоцирует взрыв. Пятое число, месяц руки дождя. 4-10. Сегодня получил письмо из Восточной Имперской компании. Они сообщают, что в Воронье скале несколько шахтеров пробили стену в третьем стволе шахты и нашли некие руины. Надеюсь, что это не очередная пустая трата времени, наподобие того фиаско, когда они отправили меня в Сиродил. Я возьму с собой своего помощника, Миллия, и с первыми лучами солнца мы отплывем в Воронью скалу. Будет приятно снова увидеть свой старый дом.
Седьмое число. Наконец-то прибыл в Воронежскую скалу, ну, месяц уже, соответственно, другой. И был удивлен количеством беженцев, данмеров, проживающих в городе. До настоящих шахтеров им далеко, но я думаю, что однажды из них получатся хорошие работники. Милли и я провели большую половину дня, счищая пепел с крыши моего дома. Проклятый вулкан извергается почти круглые сутки. Если бы не засыпавший все вокруг пепел, было бы почти красиво. Восьмое число, следующий день. Я и Милли отправимся в шахту Вороньей скалы, чтобы взглянуть на то, что обнаружили там шахтеры. Полагаю, что предварительно нужно заглянуть в лавку и купить кое-какие запасы, прежде чем отправляться в шахту. Не помешает подготовиться. Девятое число. Похоже, что шахтеры пробили стену старого кургана нордов. Я уже видел нечто подобное в Скариме. Чертовы норды понаставят своих курганов по всей местности и практически никогда не отмечают их на картах. Кажется, что этот курган принадлежал некому клану Бладскал. Я собираюсь переписать несколько надписей с гробниц. Посмотрим, получится ли получить более подробную информацию из моих книг по истории. Десятое число. Прошло несколько дней, а у меня так и не получилось отыскать хоть какое-либо упоминание об этом клане. Милли и я решили двигаться дальше. Мы достигли обрыва, но отсюда можно было увидеть большую комнату, находящуюся внизу. Потратили большую часть дня, чтобы спустить не свои вещи и спуститься самим. 11. Сегодня был день великого открытия. После исследования большой комнаты я был просто поражен, когда нашел самое необычное оружие, которое когда-либо видел. Оно лежало на чем-то вроде пьедестала. Клинок, казалось, был в идеальном состоянии, излучал слабое холодное свечение. В обрывках пергамента, который я нашел в этом же помещении, было сказано, что клинок называется Бладскал. Думаю, что пока мне не следует его брать, но заночую рядом с ним. Именно наш клинок, который мы нашли. Ну, уже наш, понимаете? Наш. Я пересмотрел свое решение и все-таки взял клинок. И все-таки взять клинок, пожалуйста. Отправьте кто-нибудь людям, которые занимаются переводом на форум, вот эту ошибочку пусть исправят. Похоже, что Милли абсолютно против такого решения, но когда мы найдем выход из кургана, нам нужно забрать этот чудесный артефакт с собой. 13. Я должен был прислушаться к Милли. Как только я взял клинок, на нас напали драугры. Милли храбро сражался, но был убит. Я мог бы справиться с остальными, но был тяжело ранен. Я едва держусь на ногах. Мой единственный шанс найти выход из этого места. Выходи из этого места. Но, судя по всему, я в ловушке. 13. Исследование продвигается медленно. Я могу двигаться лишь несколько минут, после чего мне вновь нужен отдых. Мои запасы заканчиваются с каждым часом. С каждым часом я продолжаю слабеть. Единственный успех, который я добился, нашел странную дверь с неизвестными мне символами. Вот эти символы. Кажется, что я что-то упускаю. Эти символы мешают моим попыткам пройти через дверь. Я должен продолжать изучать их, чтобы добиться хоть какого-то успеха. Нужно оставаться в сознании. Я практически уверен, что ключом к разгадке является сам клинок Бладскал. Покачивая оружием, я заметил шлейф таинственной энергии, исходящей от него. Я полагаю, что размахивая мечом в разных направлениях, можно управлять этим шлейфом и решить головоломку, которую представляет из себя эта дверь. Надеюсь, мне станет лучше, когда я проверю свою догадку. Каждый взмах клинком требует огромных усилий. Последняя запись. Я потерял счет времени, а силы покидают меня. Ноги не держат меня, раны отказываются затягиваться. Я боюсь, что эта гробница станет моим последним пристанищем. Если кто-то найдет этот дневник, пожалуйста, отправьте эти записки начальству в Восточную имперскую компанию и передайте моей жене, что я ее люблю. Да упокоит Аркей мою душу. Так, возьмем, передадим его родственнику. Что это было? Но вообще... Это, по-моему, очень интересно. Вон 23. Так, а у меня 19. Слушай, хороший урон. На этом 53, конечно, это легендарный. Надо будет это тоже. Двуручник? С двуручниками мы довольно плохо орудуем. Клинок просто мое почтение.
Хорошо. Возможно, в будущем нам какие-то подсказки будут даны по поводу того, что же делать с этим местом. Неплохо так шарашит. А что если сделать вот так вот? Нет, ничего. Так, клинок, конечно, хорош, но абсолютно не мой. Мне более комфортно. Так, я посмотрел, про что у меня есть. Мне более комфортно с бритвами Мируноса. Это лучшее оружие в игре, на мой взгляд. Для меня, конечно же. Ну что, давайте выбираться. Это было интересно. И пока что, судя по всему, каких-либо зацепок тут больше нет. Это что? Так, ладно. Я так понимаю, нам отсюда нужно. 200 лет, представляете, прошло с того момента, как он писал эти записи. Как они истлели в такой сырости, я не знаю, но тем не менее. Это не выход. Это ведь даже не выход. А я-то уж губу раскатал. Хорошо, будем искать. Тем же путем, к которому я пришел, я думаю, подняться мы не сможем. Как же нам выбраться отсюда? Какие странные звуки оттуда. Как будто кто-то точит что-то. Интересно. Отлично. Блин, что нам делать с этой дверью? По-другому мы отсюда не выходим. У нас единственный выход — это вон та дыра. А туда мы, естественно, никак не попадем. Ну, давайте тогда как-то решать эту проблему. Я думал, это не обязательно, но теперь понимаю, что без этого мы не выберемся отсюда. Мне придется найти способ выбраться из кургана Бладскал. Это как-то связано с оружием. Ну, понятно. Нужно что-то этим мечом сделать. Ничего не дает. Да вроде бы да. Что же нам делать с этим клинком? Давайте рассмотрим его поподробнее. Тебя приближать-то. Приблизить не получается. У него пульсирует вот это вот, видите, около рукоятки. Да он весь пульсирует, по сути. Блин, прикольный меч, красивый, жалко двуручный. Я бы с ним походил, конечно. Интересно, девка пляшет. Хорошо, и что? Я, наверное, не вижу очевидной вещи какой-то. Вполне возможно. Драугрова, допустим, что ты тут делаешь? Ничего, понятно.
Нет, к сожалению, отнюдь. Это нам ничего не дает. Вот, я понял. То есть я забыл просто, что тут можно вправо-влево бить еще. Так, ну хорошо, теперь тут то же самое. Вон оно что. Оказывается, тут еще... Так, начались очередные баги. Это, скорее всего, из-за того, что я игру сворачивал. Пока что это не сильно нас пугает, но, тем не менее, прошу прощения за такие вот артефакты. Так, мне нужно... Как-то он туда. Хорошо. Ну и теперь... Супер! Фу, пришлось попариться. Я где-то минуты 2-3, наверное, мучился. Ну, по сути, не так много, конечно. Но я просто не знал управления, что я никогда не дрался двуручными мечами. И после обливина было трудно вспомнить. Тихо. Так, нормалек. Это просто какое-то самоубийство. Остановить, я думаю, не успею. Чутка задели. Но ничего страшного. Нормально. Почти вышли. Почти вышли, ребята. Все, готово. Так, и что у нас тут? Тут у нас... Я могу сказать, что мне нравится то, что я вижу. Но я думаю, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Поэтому сейчас у нас могут быть проблемы с тем, что здесь проснется. О, лич, как я и говорил. С личами мы давно не дрались. Тем более тут личи, наверное, очень крутые. На, получи. Да, за крысос. Да, за крысос. Короче, я думаю, все-таки... Бритва Мироноса здесь будет предпочтительней. Спасибо тебе, Миронос, за то, что ты сделал. Вот это круто. Кто там еще? Все похоже. Так, ну-ка, давай покажи. Это, похоже, моя новая маска, в которой я прохожу довольно длительное время. Распугивая местных детишек. Сопротивляемость электричеству. Увеличивает урон заклинаний. Чем-то похоже на маску хищника, да? Я не совсем помню, как в этой игре рассматривать себя спереди. Ну уж поверьте мне на слово, сейчас выгляжу очень круто. Так, придется намочиться. Новое слово силы. Я думаю, вот с этим вот одеянием оно будет выглядеть очень круто. Хорошо, а что же это такое? Шик. У нас, по-моему, столько слов силы, вернее, душ дракона, что... Так,
Нет, это не так делается, как это делается. Навыки. Нет, тоже не то. Совершенно забыл. Крики, да, вот. Аспект дракона. Раз в день станьте аспектом дракона, получив дополнительную защиту, чудовищную морж и усиленные крики. Неплохо. У меня 10 душ драконов, почему я не могу? А, вот, понятно. Разучился просто, извините. Ну что, давайте выходить. Отличное подземелье было, просто великолепно, как в Скайриме принято. Что? Что это такое? Это подо мной? Черная книга? По-моему, не стоило читать эту книгу. Офигеть, что это было? Блин, это дополнение все больше и больше меня радует. Сколько раз говорили, не читай непонятные книги. I know, champion. The Agma Infinite was only the beginning. This is Apocrypha, where all knowledge is hoarded. Sated to your thirst for knowledge in the endless stacks of my library. If you tire of this verge, read your book again to return to your mortal life. For a time, the lure of Apocrypha will call you back. Обалдеть просто. Your fate. Ну что, давайте на этом завершим серию. В следующий пойдем исследовать это интересное место. По-моему, это просто офигеть, какой поворот. Будем изучать тайное знание черной книги. Смотрите, как красиво, да? Непонятная жидкость наподобие ртути. Выглядит просто феерически. Вообще, как и все дополнение в целом. Надеюсь, вам понравилось. Интересный поворот. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.